Группой дознания отделения МВД России по Рамадановскому району окончено расследование уголовного дела по двум преступлениям, предусмотренным частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения в отношении 20-летнего местного жителя. В августе 2020 года в дежурную часть отделения МВД России по Рамадановскому району поступило заявление от владельца пилорамы, расположенной в поселке Красный Узел. Заявитель сообщил, что в период с 1 по 3 августа 2020 года неизвестные совершили с территории пилорамы угон принадлежащих ему транспортных средств, одно из которых повреждено. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. В течение дежурных суток лицо, совершившее преступление, было установлено. В отделении полиции молодой человек признался в содеянном. По обстоятельствам совершенных преступлений пояснил, что мотивом совершения преступления явилось его желание помочь своим знакомым, чей личный автомобиль застрял в грязи недалеко от пилорамы, и необходимости отбуксировать данный автомобиль на дорогу. В связи с чем он, не задумываясь о последствиях, путем свободного доступа проник на территорию пилорамы, завел находящийся там трактор, однако, не справившись с управлением, застрял. После чего обвиняемый решил воспользоваться автомашиной ГАЗ-53, находящейся рядом, с целью вытащить застрявший автомобиль друзей. После оказания помощи друзьям он вернул автомобиль ГАЗ-53 на территорию пилорамы. В настоящее время уголовное дело направлено с обвинительным актом в суд для рассмотрения по существу. Наталья Ермошкина, начальник группы дознания отделения МВД России по Рамадановскому району.